Всем привет! Сегодня ролик будет полезен для тех, кто начинает делать ремонт, потому что я буду рассказывать о том, как правильно расставить розетки, чтобы их было достаточно, ни много ни мало, чтобы ничего не забыть и потом проклятые удлинители не раздражали вас всю оставшуюся жизнь. Подписывайтесь на канал и начинаем! Друзья, сейчас я вас научу всего лишь за 3 шага сделать продуманную, удобную планировку, расставить грамотно розетки. Как это делается, смотрите это видео, досмотрите его до конца. Если потребуется, обязательно пересмотрите, и вам станет гораздо легче, проще и понятней выдать техническое задание для ваших строителей, которые, я уверен, с вас уже трясут эту самую электрику, потому что они это делают, как только заходят на объект. Вот зашли на стройку, и вот кровь из носа, дай им электрику. А что делать, если у вас нет дизайн-проекта, друзья? Вот рассказываю, что вам делать. Прежде чем расставить розетки, самым первым делом вам нужно взять планировку. Она у вас наверняка есть. Ее можно взять с сайта застройщика. Застройщик может вам выдать уже свой вариант с расстановкой мебели. Либо вы можете сделать свой. Но планировка должна быть. Вот она перед вами. Вот эта планировка. Следующее с этой планировкой, что вы должны сделать, так это расставить всю мебель и оборудование на этой планировке. Сделать вы можете это самостоятельно, в рукопашную, так сказать, а можете, например, с помощью компьютерных программ. Самое главное, чтобы это было сделано в масштабе, понимаете? Если вы будете испытывать с этим затруднения, то можете обратиться, например, ко мне, и я с удовольствием вам сделаю расстановку мебели. Или можете обратиться к другому любому дизайнеру. Но для того, чтобы расставить розетки, должна быть планировка с мебелью. Вот перед вами здесь план с расстановкой мебели. Здесь вы должны подумать, где вы будете сидеть, где у вас будет прием пищи происходить, где вы будете работать, как на кухне все будет происходить, где холодильник, где варка, где мойка, где посудомойка, где стиральная машина будет стоять, где светильники на тумбочках располагаться, ну и так далее и тому подобное. Когда вы это сделаете, можно приступать к расположению розеток. А теперь рассказываю, как вам расставить розетки. Берете план, на котором расположена мебель, и первым делом вы расставляете розетки, которые называются «нужны всегда». Что это за розетки? Это розетки, к которым подключено оборудование, то, которое вы никогда из розетки не вытыкаете. Холодильник, стиральная машина, варочная поверхность, духовой шкаф, морозилка, компьютер стационарный, телевизор, может, DVD у кого-то до сих пор еще осталось, и так далее и тому подобное. Даже зубная щетка стационарная электрическая, она всегда у вас воткнута в розетку. Это все оборудование у вас должно быть расположено на плане. Вот почему нам нужен этот план с мебелью и оборудованием. И прямо на плане, прямо фломастером поехали размечать. Вот холодильник, сюда нужна розетка. Вот варочная поверхность, сюда нужна розетка. А рядом еще одна, потому что под этой варочной поверхностью духовой шкаф. Рядом с мойкой есть посудомойка. Нам нужна здесь розетка. Дальше идем. Вот здесь стоит стационарный компьютер. Под него нужно аж целых 3 розетки. Компьютерный блок, монитор, принтер. Идем дальше. Телевизор. Вот здесь должна быть розетка под телевизор. Идем дальше. Стиральная машина. Под нее должна быть розетка. Рядом с раковиной должна быть розетка под щетку, которая всегда воткнута в розетку. Это называются розетки, которые нужны всегда. Вспоминайте, какие приборы в вашей квартире есть еще, которые всегда включены в розетку. Сейчас я вам помогу. Это может быть чайник, кофемашина, тостер, это может быть Wi-Fi роутер, это может быть водонагревательный бак, это может быть торшер около дивана, который вы никогда не будете отключать от розетки. Это может быть увлажнитель в спальне, который вы тоже никогда не будете отключать. Подумайте, что это за приборы, нарисуйте их на плане и рядом с ними розетку. Второй тип розеток называется розетки, которые нужны периодически. Что имеется в виду? Например, в ванной около раковины это может быть розетка для фена или для плойки,
или для электрической бритвы. Она располагается тоже где-то рядом с раковиной. Здесь я ее помечу крестиком. На кухне. Это розетки, которые делаются над рабочей поверхностью, то есть на фартуке кухонном. Вот еще крестиков поставили. Это могут быть розетки над рабочей поверхностью рабочего стола. Например, вы туда будете втыкать зарядник телефона периодически. Вы туда подключите колонку периодически. Далее, это могут быть розетки при входе в комнату, чтобы подключить пылесос периодически. Понимаете, да, логику? И вот такие розетки, которые нужны периодически, нужны по всей квартире, в каждой комнате. Потому что везде вы будете пылесосить, везде вы так или иначе будете подключать различные приборы, та же зарядка к телефону. Поэтому эти розетки нужны всегда. Третий тип розеток называются «на всякий случай». Что за всякий случай? Смотрим на наш план, где уже нарисовались различные розетки. И смотрим, где пустуют углы и стены. Думаем, а может ли там в будущем появиться что-то, что нужно будет включать в розетку. Например, елка с гирляндой. Например, в будущем торшер. Например, вы туда захотите переставить стол, на котором будет стоять ноутбук, лампа осветительная. Понимаете логику, да? Вот это вы должны подумать. Сделать так, чтобы у вас не осталось пробелов. С другой стороны, надо очень хорошо подумать. Потому что есть такие места, которые не нужно делать розетки. Ну, например, в спальне, здесь конкретно, за шкафом. Ну зачем вам нужна розетка? Вы же ее просто заслоните и все, и никогда пользоваться не будете. А электроустановочные изделия стоят очень-очень дорого. Тем более, если вы возьмете известные бренды, вы просто вообще расплачетесь, когда узнаете итоговую цену. Это я вам гарантирую. Поэтому к розеткам нужно подойти очень серьезно, очень внимательно и нечего раскидываться деньгами. С умом подходим, товарищи. Теперь поговорим, на какой высоте нужно располагать эти самые розетки. По умолчанию мы в нашей студии всегда располагаем розетки на высоте 300 мм от пола, а выключатели на высоте 900 мм от пола, потому что так удобнее включать их, понимаете, особо не задирая руку. Помните, как раньше в Советском Союзе выключатели делали на высоте вытянутой руки вверх? Это, видимо, чтобы мы все время стремились вверх и ввысь. Сейчас нет, мы делаем все для удобства, поэтому высота 900 для выключателей, 300 для розеток, чтобы слишком низко не нагибаться. Но иногда мы эту высоту меняем. Например, когда хотим встроить розетки в высокие плинтуса, это тоже прием, и вам нужно об этом подумать. Но заранее сказать строителям, на какой высоте мы делаем розетки. Теперь внимательно, не всем розеткам нужно находиться на высоте 300 мм. Например, за холодильником розетка должна располагаться прямо около пола, а иначе вы ее прихлопнете холодильником. За стиральной машиной розетка должна быть, скорее всего, выше стиральной машины. Для этого замерите высоту стиральной машины, а иначе вы не сможете отключать, когда будете уезжать из дома. Хотя для некоторых это не актуально, потому что выводят отдельный автомат в электрический счетчик. Так что сами подумайте, как вам удобнее. Розетки же, которые нужны в ванне для раковины, рядом с раковиной, точно должны быть не на уровне пола, а выше этой самой раковины. Ну, во-первых, чтобы туда водичка не попала, а во-вторых, чтобы не нагибаться и удобно пользоваться этой самой розеткой. Те розетки, которые располагаются над кухонным гарнитуром, на фартуке, они делаются выше рабочей поверхности, а высота рабочей поверхности 900 мм. Ну, точнее, от 860 до метра, понимаете? То есть вам их надо поднять выше метра. Те розетки, которые располагаются у тумбочек, у прикроватных, там, где кровать стоит, вы же наверняка захотите поставить светильник. Зарядку-то уж точно положите на тумбочку и будете втыкать в нее телефон, правильно? Так вот, розетка за тумбочкой может оказаться вам неудобной, потому что вы ее заслоните тумбочкой. Вопрос, на какой высоте расположить. Можно над тумбочкой, а можно сбоку от тумбочки. Например, между тумбочкой и кроватью. Но это сделать не всегда возможно. Как вот в этом варианте, потому что места мало и тумбочку нет возможности отодвинуть от кровати. Поэтому единственное расположение над
тумбочкой. А значит, высота выше тумбочки. Сколько высота тумбочки? Надо посмотреть ту модель, которую вы будете приобретать. Но это точно выше полуметра. А значит, должна быть высота 600 мм. Если вы хотите телевизор повесить на стену, а не ставить на тумбу, вам нужно определить высоту повешения телевизора и за телевизор расположить розетку. Но смотреть, чтобы выступающие части телевизора не зажали розетку к стене. Понимаете? Простая математика и логика поможет вам разобраться в том, как расположить розетки на стене и сориентироваться по высоте. Небольшой лайфхак. То, что касается кухонного гарнитура, рекомендую самим розетки не расставлять. Идете в салон кухонь, просите их нарисовать кухонный гарнитур, и когда он вас устраивает по наполнению, внешнему виду, вы просите сделать техкарту по расположению электрических розеток и водоточек тоже. Они вам дают точные размеры, куда нужно вывести электричество. Тогда это будет безошибочно. Ну а если ошибочно, за это отвечать будут кухонщики. В остальных местах думайте, товарищи, сами. Решайте сами, как говорится, и живите удобно и счастливо. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока. Да пребудет с вами музыка.